Вас приветствует театр Одесского разлива «Ланжерон». Уважаемые дамы и господа, мадам Мосью, мы имеем для вас убедительную просьбу не отключать свои мобильные телефоны и душевно вам посмотреть. Щоб від душі посміятись тонко одеського гумору, поблукати по колоритній молдаванці чи уявити себе засмагаючим на знаменитому ланжероні, не обов'язково їхати в Одесу. Харківський театр одного актора «Ланжерон» перенесе вас навіть на знаменитий ринок «Привоз». Просто приходьте на спектакль «Ви мене улибнулі». Рівні ряди. А там... Вот мраморные столы, доверху заваленные мелкой серебристой рыбкой. Кто зовет ее килькой, кто тюлькой, кто филинкой, а кто просто сарделей или анчоус. Послушайте, эту рыбу можно есть жареной, пареной, вяленой. Можно есть даже сырой, чуть предварительно присолив. Скажите мне, какая одесская семья не угощалась в воскресенье утром вареной картошечкой в мундире вместе с этой рыбкой-малосонкой? Глядачам одеський колорит до душі, сміються і щедрі на оплески. Кажуть, це найодеськіший спектакль, який тільки можна поставити на сцені неодеського театру. Мені понравилось, що в наше время ще можна так просто з душою і від всього серця посміятися і віддихнути. Это просто прелесть. Вы что, мы ждали. Мы Одессу настолько любим. У меня мама работала в Одессе еще молоденькая. И когда приехала, она постоянно рассказывала: ой, бычки, ой, Одесса, ой, привоз. Да слушать просто эту речь одно удовольствие. Вообще, это безумно. Счастлива я, что пришла сюда и увидела театр одного актера, эти лица, это все движение. Это тонкий юмор, который можем понять только мы, харківчани. Декому з глядачів таланить особливо. Їх фотографує сам Соломон Маркович та ще й дарує фото на згадку. Представлення дуже понравилось, отличный, безумный актер, вот, со своей спецификой, вот, интересный юмор. Мясо, яйцо, базу. Это все не унесу. А вдруг не хватит, а? Хватило всем. Спектакль «Ви мені улибнулі» для актора Віталія Бондарєва – втілення його дитячої мрії. Бо в дитинстві зачитувався книгами про Одесу. Тому грати колоритних персонажів із молдаванки для нього – одне задоволення. А у вас є любимий образ із цього спектакля? Ой, є, звісно. Мадам Берсон, конечно, самая яркая, самый яркий персонаж этого двора Жуковского. Это двор Жуковского номер 7, улица Жуковского номер 7. Это реальные персонажи, мадам Берсон. Да, это реальные персонажи. Мадам Берсон, тетя Маруся, тетя Аня, тетя Сима, дядя Петя. Да. Участковый, ну, я не ставил, участковый Камасутренко. Сема Накойхи. Понимаете, да, вы понимаете, но ведь нет такого предмета, который не мог бы быть фамилией еврея. Так говорят одесситы, да. Всех выручила, как бы вы думали, кто? Мадам Берсон. Во-первых, она сняла то, что имела в виду, как платье. Я весь миру свой купальный костюм. Мир содрогнулся и как-то внезапно сузился. На песке образовалось некое подобие прохода, куда и ринулась мадам Берсон голосом покойного командарма, проревев: «За мной!» Соседи подчинились. У актора Віталія Бондарєва багато шанувальників. Наприклад, його дуже люблять у селищі Бабаї. Уже много лет Віталій олицетворює образ Григорія Савича Сковороди на наших фестивалях Сковороди, вже знаменитих фестивалях Сковороди. Ну а і от наш любимий актер, я просто получаю удовольствие от його ігри. От його образу, який він грає,
Это потрясающий актер, я его очень люблю. И сегодня он был просто великолепен, неповторим. Удачи ему, творческих успехов. Спектакль «Ви мені улибнули» – це не тільки історія про колоритну Одесу, це нагадування про те, що треба пам'ятати про своє коріння і пишатися ним.